Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 7 июля. Рождество пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Луки, глава 1, стихи с 1 по 25, с 57 по 68 и 76 и 80. По причине объемности данного отрывка предлагаю послушать определенные стихи, повествующие о самом событии Рождества Иоанна Крестителя в прочтении отца Александра. Елисавете же исполнися время родить ей и роди сына, и слышаша окрест живущий, и ужики ия, яко возвеличил есть Господь милость свою с нею, и радовахуся с нею. И быть восьмый день приидоша обрезать от рача, и нарицахуе именем отца его Захарию, и отвещавши мать его, рече «Ни», но да наречется Иоанн, и реша к ней, яко никто же есть в родстве твоем, и же нарицается именем тем, и помоваху отцу его, еже како бы хотел нарещие, и испрошщицу написа глаголя, Иоанн будет имя ему, и чудяхуся вси, отверзошеся же уста его абия и язык его, и глаголоше благословя Бога, и бысь на всех страх живущих окрест их, и по всей стране иудейской поведаеми бяху все глаголы сии, и положише все слышавшие в сердце своем глаголюще, что оба отрача сие будет, и рука Господня без ним. И Захарий, отец его, исполнися Духа Свята и пророчества во глаголя. Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим. И ты, отрача, пророк Вышнего, наречешися, предыдешь его пред лицем Господним, уготовати пути его». Отрача же растяша и крепляшися духом, и бе в пустынях до дне явления своего ко Израилю. Предлагаю прочитать этот отрывок в русском синодальном переводе. «Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. Но на это мать его сказала: «Нет». А назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил
избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Рождение, которое описывает евангелист Лука, было чудом для всех, даже для незнавших о видении ангела Захарии. Елизавета, которая на протяжении многих лет своей жизни претерпевала поношения от родственников и соседей за свое бесплодие, родила дитя. Этот родившийся мальчик и стал поводом для радости всей семье и всему селению, в котором произошло чудо. Несмотря на то, что в самые древние времена имя давалось сразу после рождения, позже закрепилась традиция соединять наречение имени с обрезанием. Епископ Михаил Лузин пишет: «По закону Моисееву, основанному на повелении Божьем Аврааму, всякий еврейский младенец мужского пола непременно должен быть обрезан. Это было символом завета между Богом и еврейским народом, символом особенного избрания и освящения еврейского народа. Тем же законом было повелено совершать обрезание на восьмой день по рождении». Евангелист Лука рассказывает интересную историю о наречении имени. Родственники настаивали на том, чтобы при обрезании младенцу было дано имя его отца. Но Елисавета настаивает, что младенца должен назвать именем Иоанн, которое провозгласил архангел Гавриил Захарии в Иерусалимском храме. Возможно, Захария с помощью письма заранее указал своей супруге имя их сына. Но мы не можем исключить и того, что это имя могло быть открыто Елисавете действием Святого Духа. Тем, кто присутствовал при обрезании, показалось странным желание Елисаветы, и они обратились к Захарии, которому и принадлежала честь дарования имени ребенку, а потому спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. То, что близкие спрашивали знаками, говорит о том, что Захария не только не мог говорить после посещения ангела, но и не слышал. Захария потребовал дощечку, на которой и написал имя своему сыну – Иоанн, что переводится как «милость Божия» или «дар Божий». И вновь мы встречаемся с чудом. Пророчество ангела исполнилось. Ребенок родился, ему дали указанное свыше имя, а к отцу вернулась речь и слух. Люди, видевшие все это, исполнились страха, потому как своими глазами увидели чудо и почувствовали близость Бога. Захария же, явившийся свидетелем великого события, начал прославлять Бога. Александр Павлович Лопухин замечает: «Захария прославляет Бога за спасение израильского народа, которое он представляет себе уже наступившим, так как в своем новорожденном сыне он видит предтечу Мессии, а спасение это и должен был совершить Мессия». Действительно, появление младенца, ставшего величайшим пророком, было милостью Божией для всего человеческого рода, потому как делом всей жизни Иоанна Крестителя было помочь людям встретиться со Христом. Для каждого из нас, дорогие братья и сестры, Иоанн Креститель является удивительным примером послушания Божьей воле, смирения и преданности Господу. Помогай и нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа.